Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Galaxy J7 2016 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить разрешение приложений на данном устройстве. Делается это следующим образом. Чтобы, например, разрешить приложению использовать вашу камеру, микрофон или наоборот запретить это делать, мы переходим в настройки данного телефона, после чего выбираем приложение. В пункте «Приложения», если я не ошибаюсь, нужно нажать в правом верхнем углу, да, и нажать на «Разрешение приложений», после чего мы видим вот такое вот меню. Здесь мы видим, во-первых, название какого-то разрешения, например, давайте выберем «Камера». И видим, что нашу камеру могут использовать 4 из 16. Что это значит? Это значит, что нашу камеру хотят использовать 16 разных приложений, но могут это делать только 4. То есть еще 12 не получили от нас такого разрешения, но они хотели бы получить разрешение на использование камеры. Мы, например, можем зайти, соответственно, сюда, нажать на камеру и посмотреть, какие приложения уже могут использовать нашу камеру. То есть в моем случае это камера, контакты, сервисы Google Play и сообщения. А какие приложения хотели бы использовать ее, но не имеют такого разрешения. То есть мы можем поставить здесь галочки и разрешить некоторым приложениям там использовать. После этого можем возвращаться. И, как видели, вот здесь уже циферки поменялись. Так вы можете настраивать разрешение от каждого приложения на каждый отдельный пункт. На этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!